дорогие земляки, искренне поздравляю вас с праздником. И пусть сегодня, по традиции, уйдут с нашего района все хвори, все беды, все горести. Радости вам, счастья, здоровья. Ну и, конечно, простите, если кого обидела. Счастья вам, здоровья. Спасибо большое! Долгожданные проводы зимы прошли весело и задорно. Ведущие сказочные герои провели увлекательную концертную программу, в которой были и песни, и пляски, и большие хороводы, и веселые игры. Девчоночки, поехали! Поддерживаем! Все, коснулась ногой! Аплодисменты, друзья! Поехали! Сережа, выбывай! Да, там... Пять ударов, аплодисменты! Богатырскую! Следующий! Вторая попытка, не считается! Как? Куда? Раз удар считается! Два, три, четыре, пять, шесть! Шесть ударов! Так, поехали! А это уже кандидат мастера спорта по ходулям. На старт, внимание! Паш! Yes! Поддерживаем аплодисментами! Она уже вышла из игры, давайте поддерживать аплодисментами! Ваши девчонки спортивные! Всех желающих угощали блинами и сладостями. Завершилось мероприятие вручением дипломов за лучшую масленичную куклу и традиционным сжиганием чучела зимы. Ведь не зря говорят, чем веселее проводишь масленицу, тем быстрее тепло на землю придет.